подписчики, те, кто меня будет смотреть. Сегодня я на своей разрушенной кухне. Ну, точнее, на нашей общей разрушенной кухне. Сегодня я готовлю своим еду. Вот, потому что мои постоянно вечно голодные, я не успеваю ничего перед работой. Так что наготовлю сегодня противень тушеной картошки, вот с мясом делаю. Видите, тут намешала сметану со всякими специями, солью. Гуляш сюда положу, мясо, свинину, морковку. В общем, сделаю слоями. Ну, я думаю, что они будут довольны. Девочки, милые, мальчики мои, дорогие, вчера выложила видео про объемы, и вы знаете, я просто взяла и ушла на работу. Ну, как бы телефоном у нас нельзя пользоваться. Я там чуть-чуть кому-то там отвечала. Я дико-дико извиняюсь перед вами, потому что действительно неприятно, когда ты пишешь комментарии, задаешь какой-то вопрос, а на него тупо-тупо не отвечают. Я приношу свои извинения. Впредь я не буду выкладывать, наверное, больше видео перед работой, потому что, ну, все хотят как бы услышать или увидеть, что я им напишу в ответ, а тут ответа не получается. Ну, мне бы лично было бы, наверное, тоже неприятно. Но я думаю, что вам, конечно, не очень приятно. Так что на некоторые вопросы я отвечу. Я еще раз повторюсь для всех, что питаюсь я 5 раз в день. Это в 9 утра, в 11 яблоко, в 2 часа обед, в 16 часов полдник, тоже апельсин или яблоко, и в 16 часов или в 18 часов у меня ужин. Всё. После этого, после 6 часов я ничего не ем, если только в 9 часов я очень-очень захочу, ну прям очень, 200 грамм миллилитров кефира. Но в 9 часов можете из-за чего кефир попить? Потому что, чтобы в желчном пузыре камушек не образовалось, потому что желчь играет, в общем, могут образоваться камушки. Я пока тут режу, ну, чтобы время не терять, с вами общаться. Значит, о чем еще хочу поговорить? А, про браслет спрашивали, где купила я браслет. Ну, вот видите, сейчас у меня браслета нет, так как я его потеряла в фитнес-зале. В общем, произошла такая история, что я оставила фитнес-браслет в зале, в шкафчике в своем. Обнаружила я это только после того, как я пришла после зала. Позвонила на ресепшн, сказала, что я оставила в таком-то шкафчике, в общем, свой браслет. Посмотрите, есть ли он там. Вот. Если есть, то, конечно, заберите, я его, в общем, заберу. Да, они мне перезвонили через минут, наверное, 15, сказали, да, мы нашли ваш браслет, браслет будет лежать там-то, там-то, в общем, заберете. 4 дня прошло, я пришла за браслетом. Мне сказали, ой, вы знаете, куда-то его ночной администратор унес, давайте мы спросим, когда он придет вечером, в общем, приходите в следующий раз. Хорошо, окей. Как бы сказали американцы, да? Мы пришли, я пришла через какое-то время, спрашиваю, ну, в чем дело-то, где мой браслет? Ну, как бы сказать, он не 5 копеек стоит. А они мне сказали, да-да-да, все нормально, мы вроде, ну, как бы он там лежит, сейф закрыт, ключей нет. Хорошо, ищите ключи. Ладно. Прошло какое-то опять, неделю, наверное, прошло. Я говорю, слушайте, я говорю, я пошла уже к старшему администратору, там, ну, управляющему, точнее, управляющий администратор, это ладно. Она говорит, вы знаете, говорит, а ваш браслет кто-то забрал. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот, приходили тоже люди, сказали, что потеряли браслет, и браслет забрали. Па-ва-вам! Замечательно. В общем, сейчас браслет ушел, сделал ноги. Так что сейчас буду покупать новый, наверное, браслет, ну, по возможности. Уже хочу Xiaomi 2. Вот. Не знаю, может, вышел Xiaomi 3. Ну, мне очень нравится эта фирма, очень хорошая. И, кстати, у меня муж, кстати, купил телефон этой же фирмы, японская. Очень хорошая фирма. Так что я думаю, что, наверное, это повод купить новый шагомер. Вот такие дела. Большое вам спасибо за то, что вы, еще раз повторюсь, смотрите меня, что вам нравится. Кто-то мне написал, что я стала
чуть не членом семьи, меня смотрят, даже плевать, о чем я разговариваю. Ну, как бы не то, что плевать, но все равно большого не имеет значения, о чем я там, в общем, болтаю. Очень-очень приятно, потому что, ну, конечно, ты вкладываешь душу в это видео, вообще в свои видосики, хочешь людям как-то что-то донести, чтобы они как-то чуть-чуть что-то, ну, сознание чуть-чуть поменялось. Может быть, я, конечно, не внесу большой вклад в их жизнь, но хотя бы что-то, может быть, где-то перемкнет. Может быть, рубильник переключится на другую передачу. Так что, что еще у меня? Ну, там пожеланий очень много было написано, конечно. Насчет веса. Ребят, знаете, честно, вес идет, то идет, то не идет. Вот сегодня опять плюс. Так что я не вообще... Я просто вам рассказываю, что у меня вот он идет, как бы, да? Но при этом же он и скачет. Сейчас такая пора, я говорю, 80 килограмм. Это вообще такая пора для меня очень тяжелая, потому что вес туда-сюда гуляет. И, естественно, он пока не определился. Вот как только определится конкретно, вот на веса будет 80, и он определится, и все время будет идти вниз потом, я обязательно вам сообщу, потому что, ну, как сказать, он такой, еще не определившийся, повторюсь. Так что более не переживайте. Все это... Кот Матроскин мне, например, написал, что я его любимый герой. Спасибо тебе, кот Матроскин. Ну, герои, вы знаете, я думаю, что герои – это люди, которые спасают детей, кошек, собак, переводят бабушек через дорогу. Вот, наверное, вот эти – это герои. А бороться с весом, я думаю, что это, наверное, ты сам с собой борешься больше. Как бы у тебя противостояние со своим мозгом, со своей душой. Вот это, наверное, своего рода такая борьба сам с собой. Хочу передать своим друзьям Димке, Катюхе и Настенке Сластенке большой привет, мои друзья детства. Скучаю по вам, всего вам доброго, позитивного, чтобы вы были всегда такими душевными, добрыми моими друзьями. Ну что, что еще у нас там? Какие еще вопросы были? Я уже забыла, представляете? Какие вопросы-то были? Ну, в основном, вы все время меня благодарите, все время меня хвалите. Вот, мне это очень приятно. Кстати, насчет шкафов и то, что вот там шкафы грязные, там вот насчет этого. Честно, признаюсь... Моя мама! Что такое? Честно признаюсь, что, в общем, старые шкафы, они уже не отмываются. В общем, там уже все въелось до такой степени, что... Так что не серчайте. Приходите, если хотите, помойте. Ну, в общем, всего вам самого доброго, лучшего. Мам! Хорошего настроения. Кстати, завтра уже будут выходные, суббота, воскресенье. Хорошо вам отдохнуть, чтобы было у вас... Все весело, прикольно, задорно. Скоро весна. Да. Ставь лайки, дизлайки. Все, пока-пока. Да. Что такое? Почему? Вот это.